Блин, это очень круто, чувак, очень круто. Мне очень нравится. И что это, полноценная аудиосистема? Ага. А где ты взял 12 вольт? Вот. У тебя что там, аккумулятор? Да. Вот это да. Играет трек Серега, Черный бумер. Слышь, а тебя как зовут? Стэн. Как? Стэн. Стэн? Да. Стэн, чувак, у тебя прям такая очень крутая система. И что, она нормально работает? Блин, сделай потише чуть-чуть. Я говорю, что, нормально все работает? Да-да, тут все рабочее. 3 часа заряжаешь и валишь весь день. 3 часа заряжаешь и валишь весь день? Да, полный заряд аккумулятора за 3 часа. Мне очень нравится. А чем ты овал питаешь? О, а вот что, вот двухканальник. То есть вот этот двухканальник у тебя и на овал, и на сабы? Не пойму, это что, все с одного канала? Да, и сабвуфер, и овал играют от одного канала. Нихера себе, сказал Яси. Слышь, а живешь ты где? Я тут на районе живу. Рядом тут живешь? Я, короче, сейчас запишу твой номер, потому что у меня есть очень крутые планы по поводу твоего велика. А ведь он даже еще не догадывается, что мы прокачаем его велик. Ты просто обязан рассказать мне про эту ситуацию с силовыми проводами. Ну я, короче, вот этот вот с этим соединил, и тогда усил включился. Мне кажется, тебе нужен новый усилитель. Мы, конечно, можем попробовать и с этим что-нибудь намутить, но... Ты сказал, что если мы запитаем оба канала, то у тебя сгорает предохранитель. Да-да-да, предохранитель сгорает нахуй. Ну и вот этот вот аккумулятор сзади, мягко говоря, грязный. Да. Я думаю, мы сможем поставить сюда что-нибудь более компактное, более мощное, более XS-паверное. Это будет весело, чувак, понимаешь, о чем я? Мы, короче, подумаем, что к чему. Я с тобой свяжусь. Я думаю, сделаем тебе апгрейд твоего велика. О, круто, спасибо. Ну вот я, короче, попался мне на глаза этот чувак, Стэн, который разъезжал на велике и слушал музыку, и на его лице была улыбка, и я отродясь не видел, чтобы люди так радовались. Он с таким вдохновением рассказывает про свою установку, видно, что ему это по кайфу. Знаете, такие энтузиасты прям душу греют. Я постараюсь прокачать его велик, ну а вы пишите в комментариях, нужно или не нужно, и как мне это сделать. Продолжение следует. Если вы хотите продолжения выпусков Стив Мида на русском, пожалуйста, поставьте палец вверх, чтобы мы видели, что вам это нужно. Перевела Роза Асланян, озвучил Александр Винников.